Не только воздух. Росприроднадзор выявил факт порчи земли отходами, изъятыми на буферных прудах Омского НПЗ, и начал административное расследование. Нарушение контролера выявили в ходе поиска источника выбросов этилмеркаптана. Напомним, именно буферные пруды нефтезавода, где сейчас идут работы по выемке нефтешламов, ведомство считает главным подозреваемым в истории с испорченным в городе воздухом. В Росприроднадзоре отметили, что еще в 2014 году суд обязал нефтезавод провести инвентаризацию отходов, находящихся на территории буферных прудов, но предприятие, не сделав этого, начало работы по их выемке. Стоит отметить, что в самой компании «Газпромнефть ОНПЗ» все обвинения в свой адрес отрицают. Позиция руководства завода такова: выбросы не превышают утвержденные тем же Росприроднадзором нормы.